На 124-й кустовой площадке у Рижского месторождения Лангепас нефтегаза нефтяники расконсервируют скважину 1695, которая более 10 лет находилась в запасе пьезиметрического фонда. Специалисты переиспытывают ачимовский пласт на глубине почти 3000 метров. Это делается с целью обнаружения возможных запасов нефти. В скважину спускается глубинный манометр, определяется давление на точке и в дальнейшем при пересчете определяется пластовое давление. Проводится это с целью определения гидродинамических параметров разрабатываемого пласта, залежи, для дальнейшей разработки и эксплуатации скважин. То есть там эти данные позволяют оценить гидродинамическую ситуацию. Пьезометрические скважины предназначены для наблюдения за изменением пластового давления. К ним прикрепляются манографы, либо пьезометры, то есть устройства, которые фиксируют параметры колебания уровня жидкости в недрах земли. Инструментальный замер пьезометрической скважины выполняется для контроля текущего пластового давления. Выполняется с помощью автономного цифрового глубинного манометра, термометра, который непрерывно производит измерения давления и температуры через заданный интервал времени и записывает цифровую информацию в электронную энергозависимую память. Процесс непростой. Спецтехнику, в которой находится лебедка, устанавливают на расстоянии нескольких метров от устья так, чтобы ось барабана была перпендикулярна проволоке, идущей от скважины и обратно. С определенной скоростью спускают прибор, иногда на глубину до 3000 метров. Время работы аппарата определяется, исходя от поставленных задач. Информацию, которую добывают из недр земли, оператор передает инженеру или вносит в базу данных. Работа очень серьезная, ответственная. Нужно следить за всем, за счетчиками, за приборами, за оборудованием. Эти работы выполняются для того, чтобы точно определить промышленные запасы. Если они подтвердятся, скважину сразу пустят в работу. Ирина Мирошниченко, Владимир Чеботаев, «Наши города».